человек, он, главное, человек не гордый, понимаете, как он принял все вот эти вот, что вы ему сказали, он к этому отнесся так внимательно отнесся. Вот, пересмотрел по новому и сказал, да, я понимаю, что я, конечно, зря вот это вот начал говорить, а теперь уже никуда не денешься. Он видео в интернете стоит, люди уже миллионы смотрят его. Так, если будет желание, возможность, разузнай. Меня беспокоит один вопрос, что в украинскую, там как назвать, республику, государством, от 16 до 60 лет русских не запускать. Может это нас коснуться или нет, когда мы едем проездом? Да вы транзит, вас не может это коснуться никак. Зачем? Это конкретно кто едет в Киев, заезжает, те же, вы же даже в Киев не будете заезжать. Ну я и тоже говорят, у них там беспредел, то другое. Я говорю, а Бог? Бог-то где? Ну что это такое? Мы транзитом, у нас паспорта, в которых видно, что мы едем, у нас разрешение. Сейчас. Вас без проблем пропустят, это в этом даже не может быть сомнений никакого. Так. Но вы представьте себе, на Европу идут транзиты, дороги полные, забитые, и вы что ж думаете, никого не пускают туда, что ли? Так меня так толкуют, я говорю, этого не может быть. Не, ни в коем случае. Это же, ну, просто не знаю уже что. Вы из России идете в Европу. Зачем вам? Вам Украина, она и не нужна. Зачем она вам? Да. Мы по ней в прошлом году погуляли очень хорошо. Во многих городах. И в Киеве, и в Харькове, везде. И во всех городах, национальных библиотеках мои книги. Все. Севастополь, и Крымский, и Славянский, вот, который идет. Везде. Везде я оставил по полному комплекту. Украина для нас не чужое место. Вот это, Ярослава тоже, она выходила на меня позавчера. Что ей сказать, нужна она или не нужна? Нужна. Давай все адреса и телефоны скажи, чтобы когда мы там будем, а мы будем там, ну, примерно с числа 7 июня, чтобы мы могли встретиться. Или после Англии, мы еще не знаем, но... Обязательно даже, чтобы она могла там собрать людей каких-то, кто русские есть, там будет видно. Вывели. Нам обязательно нужно. А Германии там никуда вы не собираетесь? В Германии наши там живут люди. Там моя племянница живет, там нас ждут. Они за нас вызов нам сделали и кроме того страховку заплатили. Германия, это второй год они с нами возятся. Германия это там, где мы полностью уже отмокаем. Там моемся, они нас снабжают всем. Там задарили нас, машину набили полную. Иди сюда, иди сюда. Она прихорашивалась. Да, да. А тут что-то вверху, это синее, не в экран, в экран не вошли. Маленько, Сергей, вот так, пониже надо маленько. Здравствуйте. Добрый день. Вот Сергей так говорит, что вы... Не против. Я вас встретить? Да, не встретить, но просто побеседовать, что мы вам в тягость не будем. Нет, конечно. Мне в тягость никто не бывает. Она такая, она людям себя все отдает. Она ради людей все здоровье отдаст. Вот так. Со мной все время люди. Понятно. Вы когда приедете? Ну, мы думаем быть в первых числах там, июня. В июне, потому что 27-го только отсюда выедем. Если все будет как бы Богу угодно. А, там мы бы пошли, если что-то, прямо через Белоруссию, нам сразу на Грецию выходить. Но у нас на пути Воронеж, надо все встретиться с вами. Мы едем на юг только лишь из-за вас. Потому что, ну, так уже мы сроднились и... Хочется побеседовать, все заснять на памяти. Ну и потом Ростов-на-Дону, и там шахты город такой. В прошлом году у нас была там ставка, куда мы забрасывали книги, а еженедельно мы заправлялись. Это мы везем, с собой-то берем не больше, как 700 килограмм, а и туда-то забрасываем 4 тонны. Она знает все. Ну вот так. Мы не чуем. Я готовлю, всех держу.
Да, мы едем не за копейкой, мы наоборот отдаем. Отдаем и видим результаты какие. Мне уже, я с другом своим договариваюсь, того, который будет встречать вас. Он говорит, давай сейчас тут комнату это снимем, пусть недельку поживут. Я говорю, какую комнату? Он, я говорю, ты его не знаешь, какую комнату. Никак, ну мы пообедать-то можем, но и все, на этом до свидания. Нам нужно успеть и там где-то около границы хотя бы день побыть. Мало ли какие задержки, на границах везде бывают разные события. А когда мы войдем в Грецию, то там уже проще. Там живут наши деревенские гречанка, греки. Ну, а дальше это уже Италия, если Господь позволит перейти. Ну, это все пока разговор идет. Вот в прошлом году, как мы думали, намечено было где-то. Ну, у нас все произошло так, но только программа больше была. Позапрошлом году была программа, мы ее в полтора раза больше сделали. В течение лета мы побывали в 240 городов и сел прошли. Это ответвления какие, какие расстояния. Владивосток, Находка, Хабаровск. Это все мы прошли. И какие встречи, там краткие встречи, беседы. Распорядок всегда был один. И 10 вечера мы останавливались на постой. В 2 часа ночи трогались. Каждую ночь в 2 часа мы уже трогались с места. Вот такой график. Да, сидеть некогда. Ну, какой там сидеть-то? А когда мы войдем обратно в Россию, если благополучно все закончится, ну, тут и мы тогда вздохнем. Мы иногда, бывает, еще при солнечном свете ищем, где остановиться, там, в лесополосах. Бывает, закрываем машину-то, ну, а потом беседа. Чуть-чуть пониже бы маленько, мать, только... Ох, как-то... А, Сергей, никак нельзя там подвинуть-то? Никак, да? Вот так. Вот, а вам неудобно стоять-то так, под самые очки. Вот так хорошо. Вот так. Мы едем за счет того, что Господь благословляет, и люди молятся. Иначе бы мы не тронулись. И как, кому? О, много, сам ушел. Подними маленько, Сергей. Себя-то подними, вот так. О, вот это идеально. Вот. Потому что короткое время, мы будем потом вспоминать, упустили время. Мы и так опоздали на 4 года уже. Я знаю, 4 года назад вышел указ от президента. Ничего не принимать нигде. Он обезопасил себя со всех сторон. Вот. Ну, для нас как... Если как, ничего не принимать? В библиотеках книги. А почему? Потому что не все проверено, и где-то будут против говорить, против режима. Как его называют, антинародный режим России. Я говорю, у нас верующие, мы там ничего этого нет совсем. Ну, у нас указаний нет. Они в интернет, там экстремистская литература, которая, чтобы выходит, нет, вас там нет, в экстремистской. Так какая экстремистская? Там мы к небу стремимся. Мы не везем миссию любви. Как мирно жить? Как по-другому исправить, чтобы семьи не рушились, чтобы дети были послушны, жены верные. У нас все это отображено на основании Святой Библии. И это я должен в течение там полчаса все сделать. И тут же опять на машину. У нас в среднем получалось в день 5 мест посетить надо. 5 городов, 5 сел. Вот представляй теперь, как мы должны смотреть были. Ну, я не знаю, это здоровье нужно огромное, чтобы вот такое путешествие делать. Это не просто так, как говорится, не представишь. Потому что тут на неделю, на 3 дня куда-то выезжали, я помню, и то, сколько оставляли здоровье там и сил. Так мы, заезжая в город, сразу спрашиваем, где тут библиотека? Ну, представь, человека спроси, где ресторан, он скажет, кинотеатр знает, библиотека, даже не слышали. Но нам попадают люди, которые знают. Мы приезжаем туда, заходим, нежданное, незваное. Я должен переломить обстановку, недоверие. Вызвать доверие к себе, кто я. Я автор книг, и книгам, я оставляю книги, это мои друзья. Я должен доказать, что именно то, чего у них в библиотеках нет. А где там знакомые нам люди, там вообще все открыто. Там уже люди собраны в библиотеке, мы встречаемся, беседуем. Даже попы приходят, книги пытаются как-то выдрать, а ничего не могут сделать.
А в других местах они обманывают. Это книги, они нужны для семинарии, дайте нам. Ну, блокируют. А мы идем. Я делаю перед Богом. Я знаю, что мои книги имеют особое свойство животворения. Когда попадает заключенным, люди другие делаются. Почему? Потому что я пишу о том, что знаю. Я сам там был. Это не рассказы за чашкой чая. Я не сказал. Я же не представил. Татьяну зовут. Хорошо. У меня родная сестра Татьяна. В Киргизии живет. А сколько же у вас всего осталось человек из семьи? 8. 8 детей осталось. А было 12, да? А было 12. Два умерли маленькие, а вот недели 3 назад брат у меня умер. В Волгограде там был. Этот старше, да? Этот моложе, а тот в Москве был, тот старше. Хорошо, это... когда много. Ну, не знаю, как вот мы как-то привыкли, мы даже не замечали, что много. У нас как-то настолько мы спаянные были. Отец пастух, мы пасли дома, там играли, где настолько все было дружно. Вот наберем там, ну, ягоды где-то и кучками раскладываем. Через дорогу бабушка живет, это бабушки, это тяти, папа не звали тяти, это маме, вот все на всех. И все делилось, последняя крошка. И мы так в этом прожили, я по-другому просто не знаю, что другая жизнь, мне кажется, это как-то ненормально или что. Родители... Я внучке своей говорю: Яночка, мне так хочется, чтобы у тебя было много деток. Да. Хочется, мне очень хочется. Ну, вот так, было. Вот так. Ни один, ни два. Пусть будут. У нас 5 братьев, 5 сестер. А отец инвалид войны, у него вот так вот руки не было. И как-то я сейчас назад смотрю, они с матерью вдвоем полкласса не кончили. Совершенно неграмотные. Но как они мудро поступали. Вот. Ну, бывает, с родителями-то. Отец очень строгий был у нас. Зайдет, у матери там, она чугуны для свиней там вытащит, поставит. Он зайдет, холера, ругательство-то у него было. Расставила чугуны, ребенок-то ошпарится. Вот, он следил за этим. Поэтому 10 у нас никто не ошпарился, нигде глаз никто не выклал. Отец как, ну, смотрел за этим делом-то. И вот как только отец выйдет, обычно мать начинает, а вот он, наша мать никогда, мы ничего не слышали. Чтобы она против говорила. Я, вот у нас, вот есть такой у меня здесь ролик, кстати, Яша плачет. Смотрел? Ну да. Вот. Я рассказываю. Главное у матери было то, что отец скажет. Вот придет, а мы сделали или не сделали. Я этого не знал. Спросили, а что отец может сказать, когда он пригонит коров-то, овечек? Я не знаю, но мы боялись этого слова. Вот отец скажет, а мы не сделали. Поэтому мать мне покажет, а огород это полгектара. Вот, 4 рядка там или 2, скажет, сколько. Пропали. Я пластаю, жара тут. Для меня ничего не значит. Я должен примерно к 4 часам закончить. А зачем? Ведра, 2 ведра беру, теперь бегу в степь, там далеко суслики бегают. И теперь из лога я ведрами несу туда выливать их. Он выходит, когда его за шиворот этого суслика-то. И вот, чтобы сдать суслика, шкурку высушить, за 20 километров отвезти, это 3 копейки. 3 копейки. А мне велосипед надо купить. Дома-то 4 класса, а 15 километров туда десятилетка, я туда должен ездить-то. А денег-то больше нету. Я должен зарабатывать себе сам был, с 5 лет уже. И мы этого не замечали, считали, что нормально, так мы и правильно живем. Да. Так и хочется так жить. Чтобы и дети, и внуки наши уже такими же были. Они совсем другие. Почтение к родителям, со старикам. Да. Конечно, были маленькие, там это все было. Старший брат был выдумщик. У деда корова маленько в стороне, а когда снег будет дальше, он загораживал ее, замурует все. Так он придумал, когда по коридору к корове-то идти туда, под снегом-то, а брат сделал так маленько там в снегу, потом мы снег вытаскивали, а там расширяет и камеры, и там интересно было сидеть. И брат туда, он
Он такой механик был. И он провел туда электричество, там у соседки, тетки выбросили лампочку. Ну, это уже когда было, тогда трудно все было там. А дед узнал, откуда ездит, граблями-то оторвал, провод-то оторвал. А обратно нарисовал тогда, газету выпустил, своя, домашняя, как дед граблями отрывает эти. Ну, а вот обратно выдумщик. А я-то за ним тянусь, я его любил сильно. И я с ними туда под снег-то залез. А весной, когда прорвет, там был Солоновка пруд-то, я в нем рыба караси-то, на пологу-то идет, а там осока, и рыба там где-то застревала. Ну, она там что, застряла, она задохнулась. А мы, брат возьмет сковородки, все знал. Ну, он на 5 лет старше меня. Я у деда учился, когда мне там совсем было 10 лет, 10 лет было, нет. И я с ними тащился, и как он на поле, как это и жарить, эту рыбу, он все знал. До нас несколько человек. А он меня на каждом шагу обманывал, брат. Копейки мои отберет и скажет, в армию пойду, заработаю, отдам. А я ничего не соображал, думаю, в армии там много зарабатывают. Он все мог делать. И он лыжи делает, сам лыжи делает. Он магнитофон сам делал. Приборами, радиоприемники. Ох, и мастер был. А я совершенно не способен где-то. Я смотрю на него и... Хороший у меня брат. Он карту нарисует, как пройти через сбор 10 километров. Какие отрожки, куда. Я не мог понять, как он может запомнить, куда, какая дорога ведет. Когда идет в лесу, и он все дороги карту нарисует, я по ней тогда прохожу. Для меня это было сверхъестественно. Но он не был избранником Божьим. Он тайно курил. Все у него такое было, не по-божески. Вот он где-то что-то мать обманывает. А я брата люблю. А мать-то, видимо, чувствует, что неправду говорит. А он врет, я стою, у меня слезы потекут. И она по мне определяла, что он неправду говорит. И мне его выдать нельзя. Помню, однажды они курили, а я не курю. Они меня повалили там с двоюродным братом-то. Папиросу в рот сунули, нос зажали, чтобы я дыхнул. Я дыхнул, они отпустили. Все, теперь не скажешь, ты тоже курил. Ну, я все, я молчу, курил. Ой-ой-ой-ой-ой. Я доволен, какое было детство у нас, какие родители. Вот мы все могли делать, приучали. Какое дело, не возьми, все знали. И нам как-то было радостно так. Отец рассказывает о прошлой жизни, это у меня в книге все написано. Как жили раньше. Я вот Татьяне-то скажу, она не поверит, кем я готовился быть. Мечта была, кем стать? Одного летчиком, другого космонавтом. А я с детства хотел стать террористом. Коммунистам отомстить, что они сделали. Отец рассказывает, как людей раскулачили, убивали. Я все обдумывал, как, чтобы не попасться. Я тренировался, бокс, стрельба, это в кружке эти записывался. И... Ой-ой-ой. А Господь показал, тебя будут бить, тебя будут сажать, тебя будут подминать. Бог все переначал по-другому. И я благодарю Бога, что так все было. Господь пронес по любви своей на руках. Да, слава Богу. Да. Я раз все вспоминаю, в армию пошел записываться во французский легион. Вообще. Ой-ой-ой. У нас в военкомате, да? Нет, в армии уже был. В Алжире была война. Я пошел к начальству и спросил, зачем? А чтобы французский язык хорошо знать. Вот балбес, сэр. Только и скажешь. Я вот что, Татьяна, говорю. Вот Господь как усмотрел, что вот мы познакомились с Сергеем-то. С этим житие. А теперь у него новое житие пишется. Он столько помогает. Вот мы с ним где беседуем, мы... Видите, со мной неудобно знать, я ничего не скрываю, говорю открыто, но у нас пока ничего не разделяет. Я его предупреждаю все время, смотри за глаза, чтобы мы не расстались. Кто-то что-то будет клепать, говорить против. Ну и люди, встречаешься в следующий раз, он другой уже. Ему кто-то наговорил, это не годится. Ты со мной поговори, ты спроси, было или не было это. Ну да. Брал я у тебя, не брал. Сатана клещет. У нас рассас есть такой. Двое живут мирно.
Ну, по-хорошему, как мирские люди-то. А сатане это не угодно, когда молодые муж, жена, и вот он. Он подходит, там бабушка одна, и к ней, ну как живешь, да хорошо. А где твой этот Дима-то? Да на работе. А что так поздно? Да он там в конструкторском бюро, там важное задание какое-то. Я не знаю, что он там делает. Ну ладно, если на работе, то, а то бывает и не на работе. Да где ему быть? Да ты еще не знаешь где. А ты подойдет к часам, там где-то есть. Во сколько приходит с роду? В 10. А ты в 9:30 приди там у столба по часам это. Ты узнай, что он там. Я уже не раз там его видела. И ушла. А к нему тоже пришла. Те же самые слова. Жена, да она ждет, да она любит. А ты в 8:30 там придет там по часам это. Посмотри, кого она там ждет. Да кого она ждет? Она дома всегда будет. Ну, весь день думала. И она думала, приходит. Он правда там... Так не зря про тебя говорили, а она тоже не зря говорили. Да ладно, они разговаривались, кто тебе говорил, бабка, какая она, в облаках одета. Так, так она одна и та же, это сатана в таком виде подошел и заочно-то. И сатана не любит. Говорят, он боится креста, он не креста боится. Он на крест залезет и ногами колотит. Он боится любви, когда мы живем по любви, по согласию, он терпеть этого не может. А креста он не боится. Он боится креста, когда с верой человек верует, молится и долбит его крестом. Вот тогда он боится. Сгинь, сатана. Вот. Так что... Это вот один священник где-то, я не помню, рассказывал. Это вот когда канонизировали Евгения, вот это, который погиб в Чечне, которому голову отрезали, крест не снял он. Вот. И говорили, что в жизни случая такого не было, чтобы кто-то смог снять крест с тебя. Я говорю, да как же не было, да полно снимают кресты. Что же, выдумывают какой-то... Это Родионов, поди, Женя Родионов. Ну да. Это обман, сплошной обман. У меня в книге об этом говорится. Их как воробьев взяли. Четверо, они сидели там, басни травили. Я знаю, про что обычно разговаривают молодые люди. А эти днем промелькали, они на скорой помощи туда-сюда. А тут выскочили мгновенно их. Слышали там метров 300-400, там, где у них основное это есть. Кричали. Утром пришли, никого нигде нету. Крест на голове. Я говорю, ты у куклу голову убери, попробуй повесить крест. Как он крест-то удержится, когда головы-то нет? Он за счет головы крест держится-то. Даже здесь соврать не умеют. Ничего этого не было. Взяли, погибли, убили. Больше мы ничего не знаем. Мать правильно говорит. Я была на работе, когда его взяли. Военкомат потребовал. Я даже не простилась с ним. И когда она ездила, и они о них забыли. Она везде деньги платила. Дом продали, там что она пишет. Она его достала. Ну а дальше-то все равно. Я как-то говорил, а мне, ой, да вы все знаете. А попали бы туда, я бы не попал. А как? Да очень просто. Я же в армии служил, знаю как. Я знаю, как другие служат. А как? Ну вот нас, я служил в ракетных войсках, это не стройбат. И у нас была станция СЕВ, слежение за спутниками. То есть выше нас в армии, может, никого не было, это элитные войска. И вот надо охранять же, там какие склады, огорожено все. Туда назначили. Первым делом я обошел все, посмотрел, где продрана проволока, откуда видать, куда тень падает, какая дорога по дороге, кто идет, проходит, откуда зайдут. Нашел место, выкопал маленькую ямочку, залег в тень, все, меня не видать. А пошел, когда все знают, я 100 из 100 выбиваю. Надо стрелять в воздух. Я предупредил, ко мне будете идти, стрелять я не буду в воздух. Первым делом на поражение, а потом в воздух. Чтобы меня никто не обнаружил. Так они как менять вахту, издалека кричат. Это мы свои идем, свои идем. Еще ближе да остановятся. Их было четверо. Они могли рассредоточиться. Один в будке сидел, остальные по разным сторонам. Да этим чеченцам зубы так прочистили, что они, говорит, забыли куда ехать. Они несли не вахту. Они вышли отбыть время травить. У нас было так, как только на вахту идти в наряд, дают время. После обеда уже никуда не трогают. Ложись спать. А ребята, еще он будет спать, то он на вахте выспится. Я сразу ложился спать. Мне ночью надо бодрствовать, я глаз не сомкну. Мне доверили склады. На меня надеются. И у меня все время благодарности были, на побывку домой отпустили. Они несерьезно делали. Я приучил там собачонка одна, прикормил ее, где нижние провода повесил разные банки, чтобы загремели, я хорошо слышал. И собака залаяла. Обезопасил тебя со всех сторон.
Ни с какой стороны. Все двери я вижу, с какой стороны кто подойдет. От меня он не ушел, но кто пришел. Ну, не, Бог не дал мне руки осквернить убийством. А здесь знали, Чечня, и в Чечне рот разинули. Мы в прошлом году были два раза в Чечне. Народ там, до того он плохой, головы режет. Вы знаете таких, я знаю других. Я еще не спрошу, они готовы впереди ехать, показывать, и молодежь, и все. В это время приехал там замминистр или министр был в библиотеке. Так они вышли, мусульманки одеты, с нами фотографируются. Кто? Мусульманки. Да они, я еще раз говорю, у нас фотографии на руках. Вот я в доме муллы. Вы видели сами. С нами по-другому было. Почему? А мы другие, мы иные. У меня они не враги. Мусульмане мне не враги. Чеченцы мне не враги. Рамзану Кадырову подарил книги. Мы делали для Бога. Заходим, это было в Махачкале. Это там только уехали, там машину со взрывчаткой сразу обнаружили. Везде снайперы стоят. А мы библиотека национальная имени Расула Гамзатова. И там и стрелка посередине написана. Молитва, это комната для намаза. А по-русски комната для молитвы. Я директора спросил, скажите, а вот мы русские православные, к вам может туда зайти помолиться? Да пожалуйста, но там закрыто на замке. Сейчас он звонок дал, мы идем, уже комната раскрыта. Надо разуться. Мы разулись, зашли, начали молиться, совершили полное правило по православному. И все это записали на ролик, он у нас стоит здесь. Как? А где я искал, так и не нашел. Как он называется? Где он есть, этот ролик? Я не знаю, как он называется, но надо, может, зарядить... Это не Азербайджан, Дагестан. Дагестан. И это в Благовестии. В теме о Благовестии там можно найти. Я не знаю, как искать. Вот. Но я рассказываю то, что есть. Это подтверждено на фотографиях. Директор, он расположен. Я говорю, выйдем из вашей, это, где у него кабинет, перед табличкой сфотографируемся. Он вышел, сфотографировался. Они, ну, просто замечательные люди. А когда мы были там, нас, когда узнали, откуда мы приехали, в магазине-то, я не знаю, кто они такие, эти люди. Я потом через другие места послал им благодарность, выписал грамоту. Они давай нас нагружать в магазине продуктами, деньги не берут, сыру, хлеба, воды сколько банок дали, помидоров, там бананы, то есть счет только не дают, мы не берем. Первый раз нас видят. Да вы так едете с такой миссией, да далеко так, да возьмите, я деньги даю, ни под каким видом не берут. Первый раз видит. И кто? Где? В мусульманской стране. Я еще буду сказать, что этого не было. Да какой же я тогда буду? Конечно. Вот это вот действительно подтверждает, что они вот так всех, для них гость, это святое, да? Да, я подтверждаю. Я там был. Был. Конечно, мы были в Грузии, там мой крестник живет. Я там дольше был, здесь-то проездом только. А там-то мы ночевали в доме священника. Еврея, моего крестника. У меня везде корешки там какие-то есть. Но мы были в этом, Алания называется, Северная Осетия, Кабардино-Балкария, вот, которая эти республики, 6 мусульманских республик, это чего-то стоит? Ни 2, ни 3. Мы видели этих людей. Мне они нравятся, как женщины одеты. Ну, у нас так же вот одеты, целомудренно. Ребята там, где было, это где-то Каспийске, там прям с таким, это, вот такие, кто приехали проверять. Да мы православные, мы вот едем и ночевать вплотную к забору, где они там роют подземный правительственный какой-то тоннель. Сразу у нас, молодые, а вы знаете, кто последний пророк? Я говорю, знаем. А кто? Они Мухаммад думают. Я говорю, пророк Илия и Нох. Нет. А ну что, больше ничего не знает. Здоровые, крепкие ребята. Поговорили, ушли, мы ночевали, утром встали, поехали дальше. Нам, мало того, поехали в лес, шофер не послушал и застряли. Так они там машину развернули, он может быть русский человек-то. Зацепили нас и вытащили оттуда. Вот и все. Я думаю, все это молитва. Мы едем на молитве. За нас все молились, и мусульмане, и баптисты, и православные, и священники, и архиереи. Мы едем, миссия мира, любви во Христе. Вот за 2 года
вот 13 и 12, мы только к ним дороги подарили на 7 миллионов 150 тысяч. Учитывая, что у меня минимальная пенсия, это стоит чего-то? Это нельзя повторить. А нынче, если мы поедем до благополучия, это вообще запредельно будет. Представьте, переплывать только 3 раза будем на паромах. Дойти до Португалии, Испания, Франция, пройти в Англию. После этого центр Европы пройти весь, все Цюрихи, все Бельгии, Люксембурги. Через Данию войти на Финляндию, пройти Швеция, Норвегия. И оттуда нас отправляют через Финский залив в Прибалтику. Пройти ее, тогда уходим на север. И еще за нами будет не меньше, как 115 городов и сел в России. Мы идем не для себя. Опасностям числа нету. А мы их даже не видим, эти опасности. Мы благословенные у Бога. Притом я вот, ну, даю мое, мой труд, 50 лет моего труда я отдаю. Ну, какое-то чувство должно быть, я отдаю, да, даром. А у меня, наоборот, какая-то радость волнами идет. Господи, ты дал, ты взял. И когда люди расположены, берут, у меня особое чувство. Его не выразишь какое, если этого нету. Он дал, я расслышал голос его, и во имя Христа я это отдаю. Потому что то, что я говорю, они не знают и не скажут, ни священники, никто. Они друг друга боятся. А для меня это не существует. Он, Андрей Токураев, вот тут, правильно он сказал? Игнатию наплевать, кто что думает и говорит. А мне не наплевать, я думаю, что епископ скажет, кто что-то скажет. Так и получилось все. А мне еще плевать. Или на меня я принимаю, как есть. Это мой путь, я его избрал. Я ничего лучше, прекраснее православия не знаю, хотя знаю с разными людьми. Он мечтал вот о свободе, об этой, вот он сейчас обрел ее, свободу. Да, я ему сказал. Он сказал, я Игнатию завидую. Или я ему сильно завидую, 2 раза сказал. Это уже повлекло за собой вот следующее. Благословен Господь. Ну все, прощаемся. Спаси, Христос. До встречи. До встречи. Да. Если Господь благословит. Так, мы 3, 3 брата. И собака с нами. Хорошо. Собака непростая, чемпион России официально. Вот Господь как сделал. Была чемпионом Сибири, а когда вернулась, и стала чемпионом России. Овчарка, да? Овчарка, восточноевропейская. Ушки-то торчком, красавец. Ему 4 года. Может, с половиной. Хорошо. Благослови вас, Господи. Все, с Богом. Слава с Богом. Христу. Так, Володенька, пойдем готовиться. Должны подъехать где-то наши братья.